Ивановец Максим Балашов – серебряный призер этапа Кубка мира по гиревому спорту. Свою медаль в нелегкой борьбе завоевал в Санкт-Петербурге. Максим выступал в двоеборе. Это толчок двух гирь и рывок гири. По итогам двух видов спортсмен завоевал второе место, уступив лишь чемпиону России по юниорам из Ярославля. Турнир понравился, был на высоком уровне. Я к нему готовился серьезно. Две тренировки в день было. Много бегаем, помимо гирь много всяких упражнений, гребля, бег, лыжи зимой. Для Максима это серебряная медаль, хотя и самое высокое достижение, но не самый высокий результат. В Санкт-Петербурге он совершил 121 подъем в рывке 32-килограммовой гири. Весовой я выступаю до 63 килограмм, поднимаю две гири по 32 килограмма. Личный рекорд 65 подъемов у меня. И рывок 132 раза, личный рекорд. Любой вид спорта требует усилий, но гиревой особенно. Высокие достижения появятся только в результате изнуряющих тренировок. Между собой спортсмены называют гиревой спорт не иначе, как лошадиным, где нужно пахать и пахать. Надо очень много заниматься, упорно слушать тренера. Но также быть не на помосте, а везде и по жизни, как бы за питанием следить, за всем полностью, как бы, чтобы чего-то достичь. Но вместе с тем гиревой спорт универсальный, подходит и мужчинам, и женщинам, детям и людям в возрасте. Важно подобрать свой вес гири. От гиревого спорта люди явно становятся сильнее, выносливее и, так скажем, динамичнее. И вообще гиревой спорт развивает характер, силу воли и вообще позволяет достигать порой непостижимые, как казалось, первое время цели. Впереди у Максима Балашова этап Кубка мира во Франции, в Париже. Турнир пройдет 27 июня. К нему спортсмен уже готовится. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.